Hey, Bill, I'm in the mood for a switcher. I hit the function, hit the rose till I hiccup. Всем привет! Привет! Привет, друзья! Я очень торопилась, чтобы начать снимать для вас крутой ролик. Тем более, меня заждались ребята. Дима, Витя и Тома. Вы что? Поздоровайтесь, отвлекитесь. Что с вами? Привет. Да, подожди, я играю. Да, Маш, подожди немного, ну дай доиграть. Ну ладно, я знаю, что поможет отвлечь их от телефонов, от интернета, этот челлендж. И сегодня у нас кто последний включит Wi-Fi, получит 200 тысяч рублей челлендж. Сколько? 200 тысяч, по-моему, больше у нас еще не было. Это рекорд всех наших видео. Я внимательно слушаю правила челленджа. Да, давай, рассказывай. Ага, отвлеклись. Ну вы даете. Как услышали, что получат деньги, сразу бросили все свои телефоны. Еще бы 200 тысяч рублей. Это такие деньжищи. Я за них, не знаю, готов все что угодно сделать. Правила такие. Никаких телефонов, планшетов и компьютеров. И никакого Wi-Fi и интернета. Классно ты, конечно, предложила. Мне этот интернет вообще не нужен. Да, вот согласна, я тебе вообще могу свои гаджеты отдать, они мне не нужны. Да я без интернета вообще легко выживу. Посмотрим, как ты через часик запоешь. Ну, а я вообще читать люблю, что-нибудь почитаю. Вить, не смеши. Ты любишь или просто умеешь? Это разные вещи, между прочим. За 200 тысяч я точно найду чем заняться. Ладно, ребят, а я пойду к бабушке, проведаю ее. Конечно, пойдешь сейчас к бабушке, и там будешь в интернете залипать. Да ты че, откуда у моей бабушки интернет? У нее там телефон стоит, это вот старый, древний, и то он не работает. Ну и хорошо, челлендж начался, посмотрим, кто из вас дольше выдержит без интернета. Давайте свои телефоны. Нас забирай, можешь мне даже не возвращать никогда, я себе новый куплю. За 200 тысяч, да конечно, вот держи. Вообще без проблем. Чтобы было легче, я, наверное, сначала посплю, потом поем, потом, наверное, еще раз посплю и, наверное, еще раз поем. Предупреждаю, победитель будет только один. Ну, конечно, это буду я. Это буду однозначно я. Даже не надейтесь победить. Не-не-не-не-не, 200 тысяч я ни с кем не буду делить. Я бы, честно говоря, и сама хотела бы поучаствовать в таком челлендже за 200 тысяч. Ни у кого бы и шансов не было меня выиграть. Ладно, неудачники, я пошла к бабуле. А что это сразу неудачники? А я пойду, пожалуй, поем перед сном. Какие все умные, ну отлично. Скукота. Ну да, долго. Ну, минут 30, наверное. Как 30? Я думала, минимум часа 3 прошло. Да нет, тебе кажется. Как назло, время так медленно идет. Ладно, вот угощайтесь, бабушка вам булочки передала. О, нормально. Надеюсь, они вкусные. Конечно, вкусные, это от моей бабушки. Эх, вкусные были булочки. Может быть, Машину тоже съедим? Вить, если ты первый сдашься и выйдешь из челленджа, я попрошу бабулю, она тебе целую гору этих булочек приготовит. Не-не-не, за 200 тысяч я еще поборюсь. Может быть, ты, Дим? Не-не, булочек я уже наелся, а вот 200 тысяч мне прям очень нужны. 154, 155, 156... Опять сбился. Ладно, заново. Раз, два. 75. Так, так, так. А тут сколько? 24. Так. О, банан надо измерить. Том, иди лучше вот Витю измери, а то мешаешь мне, когда конфет все-таки считаю. Точно! Я в челлендже, к сожалению, не участвую, поэтому я могу спокойно сидеть в телефоне. Блин, опять сбился. Ребята, а может быть что-нибудь вкусненькое приготовим? О, отличная идея, поддерживаю. Да зачем что-то готовить? Сейчас все будет.
Смотрите, что у меня есть! Наша любимая вкусно-мама! Офигеть! А где ты это все время прятала целую коробку? А это все на черный день было, угощайтесь! Она и вкусная, и сытная, и вообще я ее обожаю! Офигеть! А почему ты раньше-то не говорила? А потому что, ну вот не хотелось я, вот вообще все мне было. Всю вкуснятину и себе оставила, ребят, нет, вы это видели? Блин, такая вкуснятина, а еще так много. Просто вкусно мама очень быстро раскупает, поэтому купила с запасом. Друзья, прошло уже больше 3 часов, ребята пока держатся без Wi-Fi, но пора начинать их троллить. Вот этим пальчиком я буду пересчитывать свои 200 тысяч. Хватит тут скуку разводить, я решила отдать вам телефоны. Так, не понял. Да ладно. А, в смысле, мы вроде как не отказывались от челленджа. Мне еще 200 тысяч нужны. Вот, держите. А это что такое? Что с ними делать? Вы что, не обрадовались? Так, а где наши сенсорные? Как вообще что-то с этими телефонами там? В интернет как зайти с них? А с него можно хоть как-то смс-ку отправить? Вы что, хотите сказать, у вас в детстве таких пластиковых телефонов не было? Ну, в детстве, может быть, и были, а сейчас нам с ними что делать? Мы все-таки уже не особо-то и дети. Согласен, с него даже музыку не включить. Только какое-то пищание. Ладно, оставляю вас здесь. Но буду за ними наблюдать, чем они дальше будут заниматься. Маша, конечно, умеет поиздеваться. Да, так долго без телефона я еще ни разу не оставался. А я смотрю, вам весело тут без телефона. Да вообще очень прям весело. Аж в детские игры начали играть. Не, больше не вижу. Дим, как думаешь, сколько всего звезд на небе? Ну я не знаю, 50, 100, ну я не считал. Да какие 50, 100? Я вот 24 насчитал, максимум штук 30 будет. Что делаешь? Читаю газету. Маш, ты бы знал, чего здесь только нет. И новости, и кроссворды, и даже предложения о работе. Жалко, каникулы заканчиваются. Вот на следующих обязательно пойду работать. Ну, например, листовки расклеивать. Там в ванной уже кто-то так долго сидит. Хорошо, я телефоны забрала, а то можно было бы подумать, что кто-то в интернете залип. Ну ладно, сейчас немного поиздеваюсь. Блин, что такое? Кстати, у вас же Маша телефона не забрала, поэтому вы можете поставить лайк, подписаться на наш канал и написать хороший комментарий. Обещаю, когда Маша нам вернет телефоны, мы все прочитаем. Еще раз. Да что за фигня? Кто мне постоянно свет выключает? Сейчас точно начнет нервничать. Маша, да ты мне свет постоянно выключаешь. Ничего я не выключала. А кто тогда? Ну, блин, Вить, мне кажется, у тебя просто без телефона уже какие-то бзики начались. Вот так и голову правее. Все, вот так сиди, отлично. И что это? И вот это ты целый час рисовала? А что, классно, очень похоже. И даже шапку не забыла синюю нарисовать.
Да в смысле очень похоже? Вот видишь, и Маша говорит, что похоже. Да я же без шапки, зачем ты вообще ее нарисовала? Ну не знаю, мне нравится, как у Тома получилось. Ставьте ей лайк. У меня есть крутая идея. Мне очень интересно посмотреть, сколько ребята в день проводят времени за телефоном. Есть такая функция в айфонах — экранное время. И там можно спокойненько посмотреть, сколько на самом деле в сутки ты залипаешь в телефоне. И, кстати, мне, честно говоря, кажется, что больше всех в телефоне залипает Тома. А вы как думаете? Напишите в комментариях. Чтобы все было честно, я также покажу экранное время и в своем телефоне тоже. Начнем мы, пожалуй, с телефона Димы. Открываем экранное время. Сначала посмотрим, сколько он проводит времени в день. Это 6 часов 12 минут. Представляете, это так много. Целых 6 часов в сутки Дима залипает в телефоне. Мне кажется, это очень много. А за прошлую неделю он провел за телефоном целых 32 часа. Представляете, это больше, чем целые сутки. Дима просто залипал в телефоне. 32 часа — это, конечно, очень много, но посмотрим теперь телефон Вити. Вдруг он вообще побьет рекорд Димы. О, ничего себе! В день Витя проводит за телефоном всего 2 часа. Мне кажется, это вполне нормально и даже мало. Какой молодец! Наверное, книжки читает. Но посмотрим, сколько он проводит в неделю в телефоне. Так мало? А, ну хотя, если так подумать, 11 часов, но это намного меньше, чем Дима, по крайней мере. Посмотрим теперь, сколько проводит в телефоне Тома. Вот это мне очень интересно. Потому что, мне кажется, она просто 24/7 в нем залипает. Она постоянно в нем сидит. Я, честно говоря, в шоке, потому что я не знаю почему, но тут показывает, якобы Тома проводит 2 минуты в день в телефоне. Наверное, это или какой-то сбой, или это вот эти 2 минуты, пока я тут сижу. Потому что это точно неправда. Я видела, что Тома сидит в нем постоянно. Это точно не 2 минуты. А в неделю она проводит 0 минут в день. Но это точно какая-то ошибка. Я не верю этой статистике. Видимо, Тома специально перед видео ее отключила. Или что тогда, я не знаю. Ну и теперь самое интересное. Я хочу посмотреть, сколько провожу времени в телефоне я. Вот как бы это ни было еще больше, чем у ребят. Потому что тогда это будет, ну, не очень круто. Вы представляете? Тут показывают, что в день я провожу 7 часов в телефоне. Целых 7 часов. Жесть. А давайте посмотрим, сколько я в неделю провожу в телефоне. Это 36 часов. Это еще больше, чем у Димы. Какой ужас. И если нас расставить всех по местам, это получается, что на самом первом месте буду я, потому что я провожу больше всего времени в интернете. На втором месте будет Дима, у него чуть поменьше. На третьем Витя. И на четвертом, под сомнением, конечно, но стоит Тома. Я сомневаюсь, потому что мне кажется, это неправильная статистика. 0 часов в день — это точно не Томина статистика. И, кстати, напишите в комментариях, сколько в сутки в телефоне проводите вы времени. Будет очень интересно почитать и узнать, кто из нас рекордсмен. Следите очень внимательно, сейчас я буду вас обманывать. Я уже потеряла. Я реально потерял, блин. Нужно быть внимательным. Какой из них? Я думаю в этой. Я тоже думаю в этой. Да, в смысле? Ты 100% нужна. Я угадала. Конечно, со второго раза-то. Я мог все стаканчики поднять. Давай, я. Давай. Так, конфеты здесь и остальные пустые. Вы этого не видите. Какой? Вот в этой. Я почему-то сильно сомневаюсь. Пусто. Вот в этой. Не может быть. Ура! Так нечестно. Тома, тебе лайк. Поздравляю, ты выиграла. Подождите, давайте теперь я хочу сыграть со зрителями. Вы же хотите челлендж? Вот конфетка, она лежит под этим стаканчиком. Я попытаюсь вас запутать, а ваша задача — написать и угадать, где лежит эта конфетка. Так, смотрите, первый стаканчик, второй или третий. Пишите в комментариях, под каким стаканчиком конфетка. Даю вам 5 секунд. Как думаете, угадают? Я думаю, нет. А вы вообще следили за конфеткой? Конечно, да. Следили. Вот я, например, не понимаю, где она. Я предполагаю, где. Так, ладно, ребят, вы уже написали комментарий. Давайте вместе со зрителями попытаемся угадать, где лежит конфетка. Вы же уже успели написать комментарий? Ну, я предполагаю то, что конфетка под этим стаканчиком. Итак, это номер 3. А, я думаю то, что под вторым.
Номер 2 тоже неверно. Конфетка лежала под стаканчиком под номером 1. Капец, ведь мы с тобой вообще такие слепые. Лайк тому, кто угадал и написал правильный ответ. Ответ неправильный. А стаканчик номер 3. Да, ты выиграл. Лайк тебе. Что выиграл? О чем они говорят? Класс, я выиграл. Что-то странное, такое впечатление, что они включили компьютер и втихаря в игры играют. Пойду проверю. А ну-ка, в каком? Ага, попались! С чем попались? Вы что делаете? Играем. Да блин, ну я думала, в какую-то компьютерную игру играете. Нет, мы что, совсем? Вообще-то мы все-таки все еще хотим выиграть 200 тысяч. Угу. И вот, кстати, можешь поиграть с нами. А кому вы тут лайки ставили, кстати? Да, друг другу. Ну ладно, ребят, пора этот челлендж уже заканчивать. В смысле? Как заканчивать? Ну вы молодцы, вы очень хорошо продержались. Ну, конечно, заканчивать. А кто выиграл? Да, и кто получит 200 тысяч? Ну, в общем, если честно, я вас обманула. У меня нет 200 тысяч. В смысле? У тебя нет этих денег, Маш? Ну ты чего? Зачем мы тогда весь день без телефонов сидели? Это получается, ты нас не обманула, ты нас кинула. Я весь день без телефона был, я чуть не стряхнулся. Ну ладно вам, ладно, не возмущайтесь уже, зато вы весь день провели вместе. Играли, смеялись, Витя вон вообще все звезды пересчитал. 200 тысяч у меня, правда, нету, но зато у меня есть немного своих личных денег, и этого нам точно хватит, чтобы сейчас сходить всем вместе в кафешку. Ну что, пойдем, я вас приглашаю. Ладно, пойдем. Но только ты сначала телефон верни. Ну, конечно, верну, сейчас все принесу. Ну что, тогда пойдемте одеваться? Пойдем. Ребят, мы очень хорошо провели время без телефонов, мы много играли в разные игры, общались. Всем советуем почаще отвлекаться от телефонов и проводите больше времени со своими друзьями. Ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал, если вы еще не подписаны. Всем пока! Маш, мы тебя научим!